Как похудеть без отказа от сладкого? 4 правила от диетологов. Даже те, кто страстно любит сладкое, могут успешно похудеть, не отказываясь от этого удовольствия. Диетологи утверждают, что можно достичь желаемых результатов и избавиться от лишних килограммов при соблюдении определенных правил. Специалисты по здоровому питанию предложили 4 простых правила, которые помогут сбросить вес, сохраняя радость от сладкого удовольствия. Первое правило позволяет наслаждаться десертом ежедневно, но в умеренном количестве, достаточно одного сладкого лакомства. Например, можно позволить себе шоколадку в компании с утренним кофе, это вполне допустимо. Стоит отказаться от жирной пищи и отдать предпочтение полезным овощам, даже если это замороженная смесь, она принесет больше пользы, чем картофельные ломтики. Хотя алкоголь желательно исключить из рациона, полный запрет может вызвать противоположный эффект. Третье правило предлагает воздержаться от алкоголя до четверга и ограничить себя 1-2 порциями в выходные, учитывая их калорийность. Диетологи также советуют ограничить употребление кофе, ограничившись одним капучино или латте в день. Добавление молока в напиток может значительно увеличить его калорийность.